Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, Беззубик, давай начнем с тебя. 94 руны. Спасибо. Я бы и рад бы взять, но у меня не хватало рун. Да, в принципе, там яйцо на скользкопево, по-моему, если не ошибаюсь, было. Так, отправляем опять же его в путешествие. Пускай летит. Пускай летит и радуется. Здесь нам какая-то похлебка выпала. Так, братюня, вот тебя-то я отправлю сейчас за железом. Полетел. Так, здесь у нас мы прокачиваем кого? Кипятильник. Я, правда, не помню зачем, но нам нужно, по-моему, ему 40 уровень поднять по заданию у нас. Так, ты у меня за рыбой пошел, как говорится. Так, сарделька. Кто-то мне сказал: Рэй, возьми в отряд сардельку. Друзья мои, если честно, сарделька у меня не настолько сильная, чтобы противостоять противникам. Поэтому ее... Я удивлен, что выпало яйцо вместо тусклого янтаря. Поэтому как бы брать сардельку в отряд, но это не целесообразно. Из-за того, что ее будут очень быстро пинать. Ее будут пинать быстрее, чем что-либо ты видел в этой игре. Почему? Потому что она слабенькая. А у нас противник нападает всегда на самого слабого. Абсолютно всегда, ребят, на самого слабого нападает. И ничего ты с этим, блин, к сожалению, не сделаешь. Так, а вот этого парня мы отправим тоже, наверное, за железом. У нас, по-моему, если не ошибаюсь, в ангаре... Да подожди ты. В ангаре... Ты в ангаре. Ну, ты понял, что я имел в виду. Так, отправляем тоже за железом. Шторморез прокачался до 113 уровня. Пускай летит пока за древесиной. Все равно у меня ничего нету. Этот за рыбой. 70 лямов просит. Уже это уже серьезно, ребята, сумма. 70 лямов. То есть я не могу себе этого позволить. Соответственно, отправлять я его пока никуда не собираюсь. Так, ну этого за рыбой можно, в принципе, отправить. И этого за рыбой тоже мы отправляем. Так, дальше что у нас? Зеленая смерть. Сломанный меч дает нам. Давай ее отправим на поиски. Также сейчас нашего... Этот всегда с гнездами. Либо гнездо, либо листочек. У него больше ничего нету. Только листочек или гнездо. Он на больше не способен. А этот мячик, либо, ну, флаг. На этот раз он дал нам флажок. Так, этого парня можно дальше прокачивать, в принципе. Камнелома. Нам ничего не мешает для этого. Так, этот парень, что нам тут? Что нам выпадет, как думаешь? Я думаю, яйцо. Блин, ну почему на... Ну почему именно вот это-то яйцо? Ну ядрен матрен, ну... Планер. Я всю жизнь мечтал, блин, чтобы планер был. Я сделаю так, ребят, я опять его отправлю. Такую, которая самая подороже у нас там была. За 2 и за 10 железа. Я его отправил за 10. На рынок. У нас события-то, кстати, когда заканчиваются, друзья? Через 5 дней. Летнее солнцестояние. Так его назовем. Оно заканчивается через 5 дней. Тут главное не прозевать, ребят, вспышку. Иначе мы с тобой все профукаем. Так, получить. А мы сейчас, кстати, посмотрим. Я вряд ли, друзья, за 2 дня, за 5 дней, точнее, смогу набрать сколько там нужно. Сейчас посмотрим. Так, еще награда у нас. Угу. Ну вот, смотри, у нас 3390, да? 3390, а на сезон нам нужно 8800. Не, друзья мои, это бесполезно, поэтому я буду вот эти наборы открывать.
Фермерские инструменты. Пш, куда их? Ну, давай здесь поставим. Фермерские инструменты. Так. Заберем здесь награду. Давай дальше. У нас еще сколько? Одна попытка будет еще. Кисляка. Просто, ребят, кисляка. Так, здесь забираю пак. Громоль, кревет, крылатый ужас, ищейка. И последний. Последний раз мы... Подожди. Последний раз мы с тобой открываем пак. Ну, что-то вроде бы как наклевывается, ребят. Но это зона жарки. Это не то, что бы я хотел. Это просто-напросто зона жарки выпала нам. По-моему, так, событие. Оу, еще одну награду получаю. И это у нас содержит элитных. Барс и вепрь. Забрать все. Плюс праздничные светлячки 250 штук. Так, слушай, ну таким образом нам еще хватит на одну. Ну-ка. Блин, ну шипорез, ребята, у меня. У меня он был. Там 750 нужно, а у меня 740. Мне буквально 10. 10 светляков не хватает. Так, здесь забрали мы руны. Так, загадочный пак еще заберем сразу же. Загадочный пак. Ничем абсолютно нас не порадовал. Подожди-ка, у нас появилась рыба. Кто у нас там хороший-то добытчик? Вот этого, да? 490 нам как раз хватает. Пускай идет. Яркий ужас добывает древесину до сих пор. Угу. Ну что, друзья, идем на события с вами. У нас событие, вот оно, новенькое. Это хитрые против хранителей. Да ладно, такое коротенькое событие. Хм. Там, кстати, 300 пузырьков, ребят. Как раз, если мы пройдем, мы сможем еще один пак открыть. Так что давай попробуем все это дело замутить. Так, сразу же что-то у нас звук пропал куда-то. Музыка пропала, барабаны не бьют. Так, всего лишь две волны. Меня это устраивает. Причем здесь, ребята, как ты уже заметил, у нас находится два тройных удара. Просто один был одной расцветки, этот немножко другой. И опять тройной удар. Хм. Две волны и в каждой по два тройных удара. Слушай, слишком жирно, мне кажется, для них. Давай так сделаем. Бомбаним сюда. Минус. Так, ну что ты щеглазады будешь делать? Понял. Все, ему хана. Ему, ребят, ханари. А сейчас посмотрим, что нам здесь выпадет. И тут древесина. Всего лишь древесина. Но мы забираем с тобой загадочный пак. Пускай он летит нам на почту. Поехали дальше. Так, после этого поединка мы заберем с тобой один блестящий янтарь. Ну, тут музыка появилась. Вот, вот этого надо в первую очередь зашибать. Это у нас не древоруб, друзья. Я не помню, как его точно величать. Но он тоже поганится еще тот. Да-да, именно со своими фаерболами. Так, уничтожаем его. Слушай, ну хорошо, что по две волны идет. Он еще и промахнулся, вообще шикардос. Сейчас я ему всыплю.
Ай-яй-яй-яй-яй. Барсик, был бы ты у нас 18 уровня, ты бы его уже давным-давно расчехлил бы. А так, да не получается у него ничего. Так, сородище шепота смерти уничтожаем в первую очередь. А потом уже дыма дышащего. Естественно, понижает броню. Это, ребята, бессомненно. Даже удивляться нечему. Давай, наверное, вот так вот сделаю. И с помощью отхила уничтожу сородича. Плюс отхиливаемся, конечно же. И уничтожаем его. Все. Так, очередная рулетка. И здесь нам выпадает рыба. Забираем блестящий янтарь. Так, ребят, следующий поединок, после которого мы забираем с тобой пак. Вот сейчас этот пак у нас просто идет как проходящий. А предыдущее событие, этот пак был главным призом. Офигеть. Знаешь, что я заметил? Что мы с тобой не идем в накопление наших прилив сил, да, так же как и фруктов. Раньше у нас выпадало очень часто, и мы как бы накапливали на там следующие сложные поединки. В эти разы, в этой неделе у нас нет такого, ребят, шанса. Нам не выпадает ничего такого крутого. Причем довольно давно, если ты не заметил. И вот мы с тобой вот все растратили. И сейчас в данный момент на подножном корме, так скажем, находимся. Что очень-очень плохо. Очень, ребят, плохо. Фига вот тут. Давай еще сюда бомбани. Ну, здесь... А, он промахнулся. Ну, этого хотя бы голубчика уничтожишь. Молодец. Так, хильнемся, чтобы спасти нашего кривоклыка. А эти неугомонные. И само собой. Ну, а куда же они еще будут бомбить? Они бомбят только в самого слабого, ребят. Сейчас, наверное, ушатает мне его. Надо же, он поменял траекторию атаки. Ну что, посмотрим, что нам выпадет здесь. Загадочный пак. Допустим. А здесь у нас тоже на почту полетел. Друзья, и вот у нас здесь мини-босс плюс босс. Давай-ка посмотрим. Я надеюсь, две волны. Две волны. Так. Ну, слушай, противная на самом деле команда нам досталось. Раз, два. Хильнуться не успеет. Блин, фигня получается. Блин, они вдвоем там будут ходить? Нет, так не пойдет. Хиляемся. Атакуем этого. Добиваем его. Понижаем защиту. Просто плевок, отлично. А вот, друзья мои, мини-босс. Мини-босс у нас идет вот такой вот хлыщ. И два тройных удара по бокам стоит. То есть, если мы этого сейчас как можно быстрее уничтожим. Как это только сделать бы. Я вот так... Ой, не то сделал, ребят. Ладно, фиг с ним. Я думал, что у меня хил будет доступен. Нет. Барсику крышка. Барсику, ребята, была крышка. Ну, ладно. Ну что, у нас остался один. Я думаю, одного мы уничтожим его сейчас. Ну и все, гуляй, Вася. Ну что же, колесо крутанули и забрали рыбу. Понятно. Ну и перебираемся на последний наш поединок. Это уже босс. То есть будет сейчас, первый, наверное, отряд будет мини-боссов. На втором уже будет босс, скорее всего. Да, так и получается. Тройной удар у нас идет как мини-босс. Сейчас попробуем. Так, они вдвоем ходят. Потом кривоклык.
Блин, это свои понижи... А, нет, вон он что делает. Да что ж, тебе чуть-чуть не хватило его пробить. Ладно, добью. Не очень, кстати, тут у нас хороши дела. Опа. Опа. Так, вот, вот сейчас просто повезло, ребят. Сейчас просто нам повезло, потому что он не добил. Хотя мог бы, ребят, с пониженной броней, если бы он не переключился на кривоклыка, он бы его ушатал, поверь мне. А у нас шанс есть. Но не забывай, что нам нужно еще выжить здесь. Ладно, я пока ничего не буду делать. Я надеюсь, что он его не уничтожит. Тоже не очень хорошо. Хиляемся. Ужасное чудо... Блин, тоже команда зловредов. Раз, два, три. Они сейчас втроем будут ходить. Они убьют. Они убьют, ребята, кривоклыка. Вот этот хмырь добьет его. Из-под тишка, скажем так. Блин, если я так сделал, нам придется вот так делать. Блин, и самое главное, что я не могу взять в слепоту. Ого. Я не могу его взять в слепоту, соответственно, у нас не будет никакой поддержки. Рассчитываем чисто на свои силы. Слушай, а он крепкий. Убьет, наверное, сейчас Барсика мне. Слушай, тогда, скорее всего, нам... Ну, я не знаю, повезет нам или нет. Блин, замедлил, а. Он сейчас добьет его. У нас вон что. Ты посмотри, какой корявый, а, его замучишься бомбить. Это хорошо, что он переключился оттуда. Я вообще бью, куда бью, чё? Сейчас уничтожит. Барсик, я надеюсь, ты выживешь. Добивай его. Фух, с горем пополам, ребят, но прошли. Здесь нам достается древесина. Ну и, конечно же, 300 светляков в банке. Да давай ты уже сюда их. Так, я могу себе позволить еще один пак. Да ничего тут хорошего не упадает. Ну, только что руны, если. Смотрим, что здесь у нас. Так, первый пак пошел. Кревет, грумель, стальной проныра. Так, тут даже сталь выпадает, 60 штук. Ну, спасибо, хотя бы на этом. Так, громобой, шторморез, сарделька. Угу. Так, и... Ну, древесину нам не забрать. Серия испытаний. Так, кипятильник или кто там выпадает нам? Гром или защитник? Ну, он у нас есть. Пускай он будет у нас пока полежит, ребята, эксклюзив. Мы его потом продадим. Ну, точнее, обменяем. Так-с. Цветок еще надо найти. Так, здесь блестящий янтарь. А еще хватит у меня? Хватает. Слушай, у нас столько древесины, я даже не знаю, куда ее сейчас потратить-то в данный момент.
Ее и потратить, что ли, некуда? Ну, хотя бы так. 350 миллионов, ребята, сбагрили. И что? И все. Больше у нас пока ни на что не хватает, друзья. Я думаю, что мы с тобой набьем паки уже в следующей серии. По крайней мере, нам будет чем заняться. Так, кто-то говорил, что шторморез готов прокачаться. Ну, посмотрим. Да, друзья мои, готов. Да, вы... 20-й разряд? Юху! Друзья мои, шторморез переплюнул абсолютно всех. А вот кривоклык, к сожалению, нет. Да, и барсик отстает. Двадцать четвертый уровень. Это вот этот вот. А расширить академию сколько? Ой-ой-ой. Это вместо 5 будет 7, да, если мы расширим. Надо будет учесть этот момент. Заберем древесину. Все, ребята. Пока больше мы здесь сделать ничего не можем. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.